Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Ой, простите. Эй, йоу, здорово, с тобой Врумыч. И я вообще не хотел, скажу сразу, я не хотел записывать это видео. Я решил скачать Офу просто для того, чтобы посмотреть в дальнейшем сундуки, проанализируя. Да, если что, видос по поводу, стоит ли открывать вообще сундуки, смотрите, да, я не знаю. В каком-то из углу, короче, появляется нотация. В итоге я зашел, зарегистрировался, занял свой никнейм. Зашел я на Арктур. Ну, вообще без разницы на самом куда. И просто хочу вот спустя сколько там лет... В 14-м я еще активно примерно играл. В 14-м я, скорее всего, 8-й ранг взял вару, и больше я там особо не играл. Я заходил, типа смотрел, но я не играл вообще. Вот задротил я в 13-м, в 14 году в ПВ. Сейчас я, сами знаете, играю на камбэке, да, версия 1.4.6 с 5 расами. Там, если что, ссылочка в описании. Рекламная интеграция, Вот, в итоге, короче, решил я все-таки сделать такой видос в формате... Понимаю, сейчас будет перезаход. Слишком долго висел в этом менюшке. Сейчас я перезайду. Магия монтажа. Так, магия монтажа произошла. Короче, здесь есть ролик, вот этот видос. Но его смотреть мы не будем, потому что это неинтересно вообще. И неинтересно. Заходим мы на Арктур. Я здесь, значит, зарегал перса. Я вообще в шоке, во-первых, что здесь с графикой. Потому что, смотрите, нажимаем создать персонажа. Нажимаем создать персонажа. Сейчас у меня подвисает все через жопу. Во-первых, ну понятно, это новые классы. Стрелок, паладин. И вроде бы все. Да, вроде бы все. Ну прикольный выбор героев, кстати. Прикольно выглядит. Но фишка в том, что, допустим, вот выбираю я, допустим, мах. Да, мах. Не знаю, почему я это говорю. Смотри, здесь какая-то вообще другая история, типа, с внешками. Типа, что? Я вообще не понимаю. Я даже не пытался здесь разобраться. Я вару просто создал на рандоме. Рандом. Вообще, причесок нет, ничего нет вообще. Но это, походу, платные какие-то функции, либо какие-то добавочные еще грудь. Короче, делаем вот так. И все, и погнали играть. Ладно, в общем, меня очень удивило здесь Графониус. Я почему захотел записать? Потому что, да, мало создания персонажа, да, что-то поменялось. Что-то урезали. Я не знаю, как работает, я не знаю, как здесь патчи. Вот, считайте, я нубас, вот 7 лет там не играл, и все, в итоге сейчас захожу в игру. И просто, да, вроде бы мир людей, это я еще застал, но механика бега, what the fuck? Потом скорость 10 мс, это, скорее всего, в стартовой локе. Кульбиты остались стандартные, прыжки стали вторые, это, ну, график Графониус реально поприятнее. Не знаю, возможно, я что-то не шарю, но смотри, как он бегает, просто анимация бега, йоу. Йоу, давай, короче, я думаю, я сейчас покачаюсь до 20 левела, постепенно все буду изучать. Вот путь новичка какой-то здесь. А, короче, открываем здесь первый платеж, ёпта. Задонатите 10 голды и получите марай пушку, получите титул, уникальнейший титул, 10 физы, то есть, если ты не задонатишь, у тебя никогда этого титула не будет. Донатная история сразу вам намекает. И мешочек, который нужно открыть, 6 молотков. Сколько молоток стоит в шопе? Сейчас бы его найти, подожди. 1500 золотых. То есть ты задонатишь 10 золотых, купишь на них молотки и откроешь себе мешок. Понимаю. Так, и тут, короче, какие-то... О, награды за вход. О, что дают? Карты дают. А, это сет этот дают. Сет можно собрать этих фиоловских карт. Прикольчик. Награды за покупки. 6 слитков дух воина Марая. 100 слитков чек. Воу, щет. Карточка с коробкой. Коробкой С. Ну там... А, С. А, БС. Видишь, не БС здесь может упасть. Понимаю. Шар дракона за 1500. Да, здесь, короче, разбираться на самом деле. Здесь что у нас? Что награды за 20 левел, за статусы и так далее. Короче, пойду я делать квестики, параллельно буду подрубать, возможно, что-то тут смотреть. Но вообще, мир людей проходится, давайте я даже засеку сейчас время, сейчас я засекаю время у себя на калькуляторе, потому что в старый мир людей я апал меньше, чем за час. 20 левел. Чисто без доната, без всего. Но сейчас нужно будет, конечно, это вспоминать. Сейчас я секундомер стартую. Секундомер. Поехали, короче. Небольшой дисклеймер перед началом кача. Кач получился очень насыщенным, поэтому видос выйдет в нескольких частях. Это первая часть. Скорее всего, их будет две. Желаю вам приятного просмотра. И еще прикол в том, что... Так, стартую. Прикол в том, что тут с нипами
вот эта вот история появляется, типа, бредятина. Типа, зачем? Вот, я надеюсь, это только в ПВЕ-зоне работает такая история, потому что, прикиньте, вы в ПВП-зоне сдаете квест, и он вам такой говорит: «А, нет, это, надо со мной поговорить, надо меня видеть». Единственная плюшка, я помню, что нажимаешь на этот квест, но он должен сразу ему сдавать. Да, он сразу ему сдает, сразу же быстренько сдаем квестик. Да, 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 сейчас будем бегать по квестам. Да что ж такое-то? Ну, диалоги, конечно, здесь, да. Ну, короче, квесты, я так понимаю, здесь не поменялись абсолютно. Система достижений. Так, ладно, это пока будем потом. У нас здесь этот, у нас здесь спидрун. Спидрун по перфект в роту пошел. Сосать плюс лежать. Ну, блин, 10 МС, скорее всего, быстрее апнусь. Единственное, знаете что, дадут ли мне здесь телепорты? Телепорты на 5 уровне. На 5 уровне мне телепорты нужны. Так, давай быстренько, быстренько, быстренько берем, сдаем, берем, сдаем. Так, квестик взяли. Здесь, смотрите, нажимаем вот так, на перса, чтобы быстрее это все было. Я помню, я оттачивал даже первый 20 левел. Я даже оттачивал, я задротил специально. Какой-то момент, не знаю, какой-то серф, возможно, новый ждал, либо еще что-то. Но я тогда не играл активно, я просто вот именно качал 20-х персов, чтобы что-то, по-моему, котами что-то торговать, либо еще что-то, короче, что-то такое я промышлял здесь. Easy real talk. Сейчас он нам скажет что-нибудь копать. Шмотки напяливаем. Статы нам не нужны, в принципе, мы и так должны, по идее, все шотать. Как он бегает, это я ору просто, что это такое? Ну, я так понимаю, 10 МС это реально только в стартовой локации работает. А, кстати, зашел я, короче, когда регистрировал этого перса, зашел в ПВ и чисто в мире сразу. Парадам плюс 12, и понимаю, я понимаю. Короче, здесь плюс 12 уже как бы вообще не ценится. Дай копнуть. Хорош. О, еще и быстро копается. Еще и быстро копается по кайфу. Чего, я могу его еще покопать? Не, не могу. Мне показалось, я два раза копнул, короче, и мне опыт дали два раза. Но это того не стоит в любом случае. Здесь квесты изичные вообще. Куда ты меня тэпнул? А, ты меня сразу к мотыльку тэпнул? Ой, хорош. А у меня телепортов-то нет. Подожди, а как получить телепорты? Я помню, на 5 левеле за коробку давали телепорты. А, я скиллы еще не выучил. Еще давай скилл еще один выучу. Телепорты, телепорты. А их нет, да? О, серебро. А, здесь же этот еще поменяли же. Такая история, что типа есть золото, есть серебро. Ой. Ну, типа ботоводов фиксить. Фиксить ботоводов. Типа юаньки-то с мобов падают, но... Теперь это просто все в серебро превращается, я вспомнил. А я вообще, кстати, не укупаю. А где этот? Награда, блин, за 5 левел была. Я прям помню, давали эти телепорты. Телепорты в ближний город. Вот я благодаря им за часто япался. Телепорты в ближний город наши все. А их теперь нет никаких. Вон какие-то достижения. О, я сделал уже. Я что-то взял какую-то награду. И что мне дало? Типа я выучил спелл, и мне дало награду какую-то. Ну, только непонятно, что мне дало. Так, еще квесты есть? Нет, еще квеста больше нет. И ничего мне не дало. И в чем прикол этой награды, которую ничего мне не дают? Очки характеристик. Репутация. Так тут сразу тэпается. Нормально, нормально, нормально. Он сразу тут тэпает. Тут даже проще. Быстрее, скорее всего, апается 20-й. Определить очки характеристик. Сейчас распределим очки характеристик, так уж и будет. Но, скорее всего, репу тоже дают, какой он жирный. Надо все в силу вкинуть, короче, пока. Как распределяются очки характеристик? Просто все в силу бахаем и все дэмэдж повышаем. А это вообще что-то стоит, вот мех призрака? Он никогда ничего не стоил. Ну, он и сейчас ничего не стоит, понимаю. Ой, здесь тпшит, сразу же тпшит. Вот, а я раньше телепорты здесь взял. Сейчас здесь где-то будет этот квест, который на Фениксе летать. А, здесь еще подсказки, кстати, есть. Подсказки, которые на камбэке тоже реализованы. Классная история. С подсказками попроще играть. Интересно, я долго буду так 10 МС вообще бегать? Так. 9 левел. Это значит уважение. Ой, какой она красненький, какой красненький значочек. Ну, блин, все как-то по-другому, знаете, на самом деле ощущается игра. Как-то по-новому она выглядит, и анимация это все. И как-то все, ну, необычно, не знаю, что-то есть в этом. О, так тут ты бегаешь? Ого, он плавает! Он по автопути очень медленно плавает, а так он быстро плавает. Короче, здесь, смотрите, абуз показываю стартовые локи абуз системы. Нифига он плавает! Просто зажимаешь V и типа пошел контент. Вот это нормально он плавает. Не, вот это прикольно, вода это самый гемор. В ПВ, смотри. А, нет, он разгоняется, это как типа...
Он разгоняется, нет, он также плывет по автопути, просто он вначале медленно. Это как с полетом, когда на полет прыгаешь, полет тоже разгоняет. А, здесь один моб теперь появляется. Раньше их, блин, было штуки 4. Ну и все, одного убиваешь, и все, и типа тебе зачлось. И потом русалочку идем чпонькать. Русалочка, здорово, здорово, русалочка. Сасамбекус. Сасамбекус, русалка, до свидания, наберешь. Так, сколько ты мне серебра даешь, кстати? Надо же залутать. Копеечку, мы же без Донателло играем, да? Нам каждая копеечка нужна. Благословление опыта в 2 раза повышает количество получаемого опыта за выполнение задания убийства монстров. И в 2 раза повышает количество получаемого духовного знания. О-о-о. После получения 100 уровня 2-го перерождения. В течение какого времени? В течение 30 дней. Оставшееся время 26 дней. Но я просто регался чуть раньше. Типа, я могу прямо сейчас его нажать, и все, типа, у меня будет... Изи опыт? Ну-ка. Или, блин, один раз можно было нажимать. А почему я вначале... Ну, я не знал просто, что здесь такая штука какая-то активируется. Типа какой-то кач улучшенный. Прикольно. Так, это берем сразу. Все, сразу изи. О, я же говорил, что будет этот квест. Вот он, этот квест. Правда, его никак скипнуть нельзя. А, сидим, чилим, получается. Так тут получается, вот если увеличивается опыт в 2 раза... То есть это все квесты в 2 раза. Здесь еще есть пати-баф. Типа можно в гильдии, по-моему, вступать, в пати собираться и тоже апать левел. Короче, кач здесь максимально упрощен. Что, в принципе, по сравнению реально со старыми версиями. Типа быстрее до 100-го долететь и на 100-м весь контент. Ну там весь контент будет фарм, фарм, фарм. Ну, в общем, если вам интересно все-таки этот видос... Эти видосы вообще по руофу, да, прокачаться. Но я буду играть максимально недолго так, чисто. Вот на чили зайти, там часочек-два, может быть, в день посидеть, поиграть. Это я могу. Если вам будет такие интересные видосы, то, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. И также, если на канал, кстати, не подписаны, тоже подписываемся на канал. А мы идем качаться дальше. У нас сейчас пока 14,5 минут. Мы 10 уровень. Правда, про благословение я поздно вспомнил. Но с благословением мы, скорее всего, прям очень быстро апнемся.